Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о крещении в Духе Святом. Сегодня я хотел бы немного обобщить и сделать 4 вывода из того, что мы говорили до этого момента. Первое – это то, что принятие уверовавшим христианином Духа Святого после момента рождения свыше – это совершенно нормально. Об этом свидетельствует книга «Деяния апостолов» и Евангелие. Второе – это если человек принимает крещение в Духе Святом во время рождения свыше, в тот же самый момент, это также является вполне нормальным явлением, библейским явлением, о котором также говорится в Писании. Третий вывод – принимает ли человек крещение в Духе Святом в момент уверования или же после уверования, оно всегда сопровождается или подтверждается говорением на иных языках. И четвертый вывод. Факт истинности обращения, рождения свыше, принесения плодов и так далее не является подтверждением того, что человек является крещенным в Духе Святом.